Для этого надо хотя бы завалить дракона, потому что дракона больше всего кредитов гегемонии падает. Там падает вообще забей имба поганый кредитов гегемонии, можно сказать. Но самое главное это пулька. Мужицкая пулька, рубить нахер все оружие. Так. Но все равно, даже на пульку самым главным вопросом будет то, что мне папа жопа попадется, в смысле. И мне уже нанесли урон. Потому что вот. Внезапно, кстати говоря, этой твари не должно быть. Это как будто до приспа, который просто появляется на этаже. Это очень странно, я первый раз с таким сталкиваюсь. Ну, именно с до приспой. Полсердечка, спасибо. Халява. Гиперсветовой бластер имба, если не мазать? Это хорошее описание, ты знаешь. Это сложно, скажем так. Так. Нет, еще не сундук. Так. И... не сундук. Ладно. Все еще не сундук. Я подожду. Я терпеливый, что жесть. Здесь я, видимо, кругаля сделаю. Я так понимаю. Возможно, где-то... О, нет, смотри, сундук. О, это новое. Змеиные пули, получи-ка. Это новые змеиные пули, я их только-только открыл. Выпущенные пули при ударе разлетаются на мелкие пульки. А, это не змеиные, а зенитные. Господи, я идиот. Я извиняюсь. Зенитные пули. Ты посмотри, какие милые маленькие ножички. Блин, классно, слушай. Надо признать, только при ударе об стену. То есть, так как у меня пули проникающие, то при ударе об стену они разлетаются на мелкие пульки. Блин, это мило вообще. С пулеметом, наверное, вообще забей. Зенитные пули. Я понял, Тасмит, я понял. Я почти сразу сообразил, заметь. Ну почти, но я был близок к этому. Ну не могу я иногда в чтении, такое бывает. С кем не случается, тяжелый день, да. Флаг Ама же, ну не совсем, это именно зенитные пули. Тут до флаки далеко все-таки им. Так, магаз будет с другой стороны, окей. Тут больше всего интересно, что пули при попадании, короче, вот того самого минимального урона, чтобы убить пульку ваншотом, как раз не хватает. Вот. И это пульки добавляют ее. Добавляет этот минимальный урон. Ой-о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 й
типа сова, например. Сова, типа, но черный сундук. Кажется, что круто, сова это нихера не круто. Это мое личное мнение, вы обязаны быть с ним не согласны, но, блин. Ну посмотрим сейчас, что мне с черного сундука пойдет. Всяк, ну как тебе зенитный пуль, как успехи вообще? Ага, дезинтегратор. Ага, окей. Успехи, ну как, я за компьютер сдох на третьем этаже. И это, ну, и у меня не пошел лазик за ласта, поэтому я, собственно, пошел в ружье. Ну давай посмотрим, что за дезинтегратор. Окей, дезинтегрирует. Причем весьма быстро, надо признать. Это, наверное, единственное потоковое оружие, которое адекватно на боссов использует. Пипец. Оно очень долго заряжается, чтобы им зачищать комнату. А вот боссов зачищать, да почему? О, электрошоковое ружье. Люблю его. Хорошая пушка. Неплохо, но мне все равно остается мой верный нож. В описании прям написано, что это типа зенитные пули не так работают, но оружие пофигу. Окей. Эмоции свежекупленный смарт и тащусь. В смысле смартфон? Альба. Если так, то я тебя поздравляю. Просто написал бы телефонька, чтобы понятно было.
щупаю телефоньку. Так, давай посмотрим, что это пушка умеет. Ого! Ты Жесть, ты посмотри на эту скорость ответных пуль. Мгновенный удар по карме. Просто пусть. Вот, кстати, из-за того, что пули здесь не проникающие, здесь пульки при встрече с врагом в других отскакивают. Блин, забавно. Вот я отскоком пули убил, например, только что. Слушай, реально классно. I like it. Как там Страдивари был? Отлично. Я себе катану купил. Не катану. Ну, короче, я себе новую пушку купил за 2000 аж. Я себе прикупил, сделал, точнее, новую кирку. Я себе купил новую удочку. И вообще, обмазался, короче, всем новым. Со всех сторон. Заяц с батарейкой. Да, чисто Дюрасел. Кто-то меня наверняка хочет убить за кощунство, за то, что я на слизняков трачу дезинтегратор. Ладно, стеклянный камень Гону пускай будет пока. Здесь у нас зеленый сундук. Окей, это не... О, йоу! М16, блин! И здесь же цельнометаллическая оболочка, ай-яй-яй! Причем, я не знаю, возможно, я даже цельнометаллическую оболочку предпочитаю М16, честно говоря. М16 классная, я не спорю, она офигенная. Сейчас будет какая-то тотемка. Тотемка минус хп плюс урон. А давай! Кстати говоря, на меч, на мой, минус хп плюс урон должно вообще шикарно зайти. Йоу. Я только-только получил проклятие и тут же словил красного мова. По-моему, это не так должно работать иногда. А, там два дуплетчика. Я думаю, что-то слишком много выстрелов. Это нахрен два дуплетчика просто. Ладно. А, дезинтегратор. Глюч, стоять! По-моему, глюч, да, убил ключника. Блин. Так, с глюч есть, отлично. Магаз уже открыл, поэтому ключ у меня продолжит есть. Ну... О, патроны. Ну да, больше мне патронов, в принципе, не на что тратить, логично. Только на дезинтегратор. Клеймор, точно, квадрат, спасибо. Клеймора я себе купил. Вот, офигенно клеймора, честно говоря, прям очень сильно порадовало. И дошел там до 65-го, что ли, этажа. Да, я до 70-го хотел дойти, но не дошел, потому что внезапно наступило 12 часов ночи, я понял, что пора валить. Синий сундук. Зеленый сундук покруче синего. Будет это факт. Так, здесь у меня все. Картограф наверняка. Да, картограф. Так. Не забыть бы про него, кстати говоря. Потому что сейчас я открываю босса, по идее. Вот уже сейчас. И, собственно, иду картографу обратно. А, нет. Показалось. Ну вот, сейчас я наверняка открываю босса. Да. И иду картограф. Так, я больше скажу, я при одной единице проклятия получил сразу на боссе проклятого сумона очевидца. Круто. Так, единство. О, подожди, это же то... О, повышает среднюю боевую эффективность оружия. То есть 2% за каждое оружие, которое у тебя в стаке. Ага, это хорошо. Это очень хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, героин, да, на босс оружие есть. Блин, с одной точки зрения надо купить цельнометаллическую оболочку, она меня очень хорошо спасет. С другой точки зрения, купить М-ку прямо сейчас, это значит повысить себе урон от оружия. И это охрененно. Я прям даже не знаю.
Здорово, Катя. О, очевидец. Да ладно, у меня еще и части героина отбрасываются, ни хрена. Есть, хорош, без урона. Неплохо, неплохо. Я же еще на себя проклятие наплю. Каждый выстрел может отравить врага, насколько я помню теперь. Правильно? Отравить, да, любую цель, которая не коснутся. Не кровать. 86, да ладно, это ровно 86. Мне же ровно 86 надо было, да. Ну да, ну скажи тогда. Ну да, ну давай, да. Да, ровно 86. Хорош. Теперь у меня есть эмочка. Это отличное оружие. Потому что при перезарядке вы получаете подствольные гранаты. Ага. Подствольные гранаты, которые разлетаются гранатной шрапнелью. Не кровать. Это надо попробовать. Шак, у тебя что ли комба эмок собралась? Не, Альбатрос, у меня на компе было М19-1, сейчас я только эмку, собственно, собрал. Не, ты посмотри, блин, на автомат зенитной пули это просто забей, какая классная вещь. Еще один стеклянный камень Гуана, ладно. Я кого-то там попутно убиваю, случайно. Бдынь. Бдынь. Эщпя. А, отравляющие лужи. Ха-ха-ха. Жесть. Круто, блин, реально круто. Так, хлам забыл, точно. Это не круто, я признаю. Я реально забыл разрушить синий сундук. My bad, мой косяк. Откровенно прызнай. Отмычки. Да. Любимая тринька просто. Найс. Ух. Классно. Это было прикольно. Так быстро я тотемку, по-моему, не убивал еще никогда. Куча монет, упустил на голову. Сейчас не про монеты, сейчас про веселье. О, патроны. Да, наверное, на дезинтегратор, на что еще? Моментальный зе. Ты куда нахер бафер с подводной... нахер бафер. С подводной лодки, в смысле, да. Да, героин важнее пока. Героин важнее, чем эмка. Но у меня сейчас действительно прирост у каждой пухи по 2% за любую пуху в моем стаке, в моем стэше. То бишь это плюс 4% получается. Не, сколько? 2, 4, 6, 8. Плюс 8% урона. Not bad. На халява. Так, еще патроны. Спасибо. И еще раз на дезинтегратор. Кстати говоря, я в кругаля иду. Что не есть совсем прикольно, ну да ладно. Свергнуть даже спрятаться не успел. Классно. Так, круголя, круголя. Надоели круголя, круголя. Ха, глобалки, глобалки. Кого? Окей. Ай, больше респауна, богу респауна. Всех убью, один умру. Так, пол хп, ладно. Прошлые роботы прошли, не локал бит, какой там? С подлодной водки.
Зеленый сон. Так, это что такое? А, джойстик, который что-то делает потом, да? Который после себя, по-моему, оставляет какую-то пуху или артефакт, я не помню. А, сундук. Он оставляет, когда он уничтожен, он оставляет после себя сундук. Тем более, что это на самом деле не такое же плохое оружие, честно говоря. Ну, серьезно. По атаке оно очень неплохое. С зенитными пулями оно вообще забей какое неплохое. На зенитке я так понял, что... Это что такое было? Это было что-то прикольное. Ладно. Не важно. Так. На тот с дезинтегратора всего лишь 6 урона. Ну, ты знаешь... На потоковое оружие 6 лишнего урона, это очень классно. Там надо вводить комбо с клавы. Так, ну чё? Кто? А, ну это более-менее ещё. Это нормальный босс. А, у меня же отравление ещё. Как приятно. А если это хреновина мне ещё и чёрный сундук потом оставит, я вообще ей спасибо большое скажу. В смысле совсем большое. Так, ладно. Не получил урон, вау. Так, ну чё? Низ. Низ. Право. Лево-право, в смысле. Хорош. Тоже без урона. Not bad, not bad. Ой-ой, подожди. Ага. Он в конце потом нам... Блин, я патрон на него случайно взял. Фак. Такс. Че я хотел? Вот здесь вот зеленый сундук еще есть. А я хотел открыть магаз и купить на самом деле глюч. Потому что. Потому что глюч это важно. Глючик, это важно. Там так сундуки сломаешь или нет? Подожди, зеленый сундук лучше открывать, нежели ломать, честно говоря. Ну или лучше попробовать отмычкой открыть, нежели сломать, ладно. Упс, я не туда. Заметьте, сколько у меня хп валяется на этом этаже, просто забей. Упс. Отмычка, открыл, найс. Злой пульк, пулевой идол. Есть шанс отхилиться, когда я получаю урон. Для пульки это очень важно. Блин, классно. Я очень сейчас доволен, серьезно. А уж судя по количеству моего оружия, прирост урона у меня крайне большой. Давайте я попробую сундук сейчас себе дропну. Здорово, Алхмел. Ключ и коктейль Молотова. Коктейль Молотова я не буду себе брать. Не. А вот глюч, пожалуй. Так, окей, пойдем с дезинтегратором дальше дезинтегрировать. Что так прёть-то? Да нормально, Хеги, это... Я бы не сказал, что это совсем прёть. В пределах нормы. Нет. Жопа. Не будешь ты респать никого. Хорошо. Блин, я с дезинтегратором даже не боюсь на середину комнаты на самом деле выходить. Такая классная пушка. Я раньше, ну, честно говоря, не признавал, да? Где-то такая проблема. Но, по сути, очень приятная пушка оказалась. Отличная пушка, прям, кайф. Ну и если нормально пользоваться, то ты не сильно много, на самом деле, патронов в комнату тратишь. Единственный минус, что при каждом перекате тебе надо заново ее заправлять и так далее. Вау, вау, блин, урон получил. Отхил получил, прикольненько, спасибо. Очень полезно сейчас было. А, нет, точно не в этой комнате. Ля-ля-ля-ля, я могу пока чат почитать. Шаг оружия нет, пули есть, где логика? Нормальная логика, что ты? Шаг, ты что, игл дамажит, когда ты получаешь урон? Разве?
А, наносит врагам урон, когда владелец ранен. Сорян. Неправильно описал. Прячь в пределах нормы. Почему бы и нет? О, патроны. Как раз 15 патронов всего осталось. Найс. Очень вовремя. Большое спасибо, игра. Так, это кругаля. Окей, да. Такс. Бибип. Оу! Подожди, пряности же! Плюс проклятие. Я не помню, что пряности... Так, слушай, ребят, я забыл посмотреть, потому что я их уже использовал. Чё мне дают пряности? Я не помню, я помню, что я их покупал много в свое время, они очень прикольные были. Но я не помню, что пряности делают. Ну, помимо того, что повесили на меня проклятие, естественно. Еще? Нет. Так, здесь у нас... Ага. Такое чувство, как будто пряность повесила на меня не одно проклятие, честно говоря. Ну да ладно. Допустим. Фулл хп. Хорош. Ну, не фулл хп, а хил хороший. Пустышка, бдынь. Ха-ха-ха-ха. Еще раз пряности. Плюс ХП. При первом использовании дает один контейнер сердцем, увеличивает скорость передвижения на 20%, снижает разброс на 25% и повышает уровень проклятия на 0,5. При втором использовании дает один контейнер сердцем, замедляет вражеские пули на 10%, повышает скорость стрельбы на 20% и повышает уровень проклятия на 1. В третьем использовании забирает один контейнер сердцем, замедляет вражеские пули еще на 5%, увеличивает урон на 20%. И повышает уровень проклятия на одни. При четвертом и последующих использованиях повышает урон на 15%, повышает разброс пуль при стрельбе на 10% и повышает уровень проклятия на 1. Спасибо большое, Хиги. То есть у меня не просто так сейчас 7 хп, я понял. Это жесть. Так, 7 хп. Это неплохо. Это очень неплохо. Мне устраивает иметь 7 кп. Более чем. Дезинтегратор. Да. Зеленый сундук, отмычка. Прокнуло, прикольно. Минус 1 хп, плюс 20% урона. Давай. Все, дальше пряности я использовать не буду. Я так понимаю, что пряности мне сейчас в основном будут попадаться. Ну, просто потому что. Но это было неплохо весьма. Ах, да, тебе теперь продавец всегда будет спайс предлагать. Я понял, я помню это. У меня урон повышен еще на 20%. Блин, ты видел, как только что красный стрелок просто скрыл? Это жесть! У меня сейчас урон с дезинтегратора повышен на 30%. 30% это уже не херня. 30% это уже забей. Я не могу представить, какой у меня сейчас урон с ножа будет. Особенно если брать в расчет зенитные патроны. Блин, это же. Сейчас посмотрим, кто у меня босс будет 4-го этажа. Судя по всему, это не стенка точно. Сейчас посмотрим, кто у меня именно боссом будет. Ага, спайсов нет, зато и стингер. Стингер — это хорошая вещь. Но я предпочту ключ. Два. И броню. Да, пожалуй. А что у нас тут продается? Сова? Эх. Стол техника пустышек, да. Я лучше еще одну броню возьму. Так, ну чё, кто бы ты ни был, скорее всего, это маг. Точнее, это священник, да? Конечно. Вау, блин, не уклонился. Дважды не уклонился, дважды факт. Ага.
И у меня на эти атаки нет ни хрена, да? Где ты? Будь у меня побольше пустышек, сейчас было бы намного лучше, честно говоря. Где ты, жопник? Ау! Эй! Снизу вообще рандомное пуля прилетело. Вот сейчас вообще обидно было, хэр. Пряности. Ммм, спайс. Или еще урон повысить, а? А, хер с ним. Давай еще раз урон повысим. Урон по... урон от дезинтегратора повышен сейчас на 45%. Класс. Я в недавнем ране брал все спайсы, которые мог достать, довел хп до одного сердца, но имел дикий урон. Забавно. Не, ну, я учитываю, что сейчас имею весьма неплохой урон, у меня хп все еще 5. Блин, у меня... Подожди. Да ты издеваешься надо мной, слушай. Ну, мне нужно обычный пу... Ой, фу. Где там? Фак. Так, у меня он больше не может стрелять. Ладно, дезинтегратор, так дезинтегратор, проблем нет. Еще есть предложение. Еще? Нет? Ладно. Слушай, да, я заметил, у меня пипец какая скорость на самом деле бега стала. Просто забей. Еще спайсы. А давай! Больше, то есть я уменьшаю себе хп, чем самым я себя, грубо говоря, отхиливаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это только что ваншот обычной пульки был, так ведь? Это был ваншот бафнутой пульки. Ай-яй-яй-яй-яй, урона. Просто забей. Охренеть, можно. Жесть. Ладно, я согласен, действительно, иметь так много урона, это прикольно. Спайсы по хардкору, вонзай еще. Дезинтегратор дезинтегрирует. Ну сколько? Это уже плюс 60% урона получается. Ну это полный дезинтегрец всем. Ну вот, серьезно. Правда, проклятие... О, если мне проклятый дракон встретится... Возможно, я его даже убью. Еще под спайсами, еще. А, ключ есть. Еще больше спайсуки, бога спайсуки. Так, у меня 3 ключа есть, на самом деле это прикольно. Сундук хорош, ведьмин пистолет. Как же сейчас ведьмин пистолет должен заруливать врагов? У него же урона немного. Он заруливает за счет, ну, проклятия. Но учитывая, что я... Оу, красный. Ха-ха-ха! Лох! Жесть. Просто жесть. Да. Проклятый дракон один с проклятия. Окей, так, это что такое? Беспорядочная стрельба. Да ладно, тройно. Уменьшение урона, но тройной выстрел. Тройная дезинтеграция. Варк. Всем варк, пацаны. Ох, так, подожди.
И по три ножа. По три ножа, говоришь? Блин, это уже босс. Босс, ты не вовремя, я еще не насладился этажом. Кажется, меня Лич ждет. Кажется, Лич меня очень сильно хочет видеть. Блин, это жесть, ребят. Вот примерно так выглядит жесть, наверное. Еще спайсухи. 3 хп. Да хер с ним, давай. Больше спайса. Так, кстати, железные кубики можно разбивать, когда они уснули, из них гильзы иногда выпадают. Забавно. Че там, бред, в пределах нормы? Да, в пределах нормы. Судья, вжиг смерть. Я могу вжиг смерть еще взять, кстати говоря. И это будет еще плюс урон на мое оружие, которое у меня останется. И тройная вжиг смерть, ну это, собственно, вот. И такие маленькие дисочки еще после вжиг смерти падают. Блин, это прелесть. Так, ну че? Айда, дракоша. Ё-моё. Красный дракон! Меня к такому судьба не готовила, мать, это красный дракон! Спайсуха, что ты сделаешь, АКК, прекрати! Не, я уменьшил себе хп, конечно, до 3, но, мать, я же не думал, что будет красный дракон! Красный дракон! Ау! Это очень сложно, ребят. Поверьте, это реально очень сложно. Я сейчас сдохну на нем. Да, вот эту атаку я уже вряд ли переживу. Нет, пережил! Найс! Давай, наверх! Крепись, Шакерон! Крепись! РПГ? Фак! Пережил. Давай! Нет, нет, только не на жизишке! Нет, нет, нет! Умри! Умри, у тебя мало хп уже! Хорош! Продолжаем разговор. Так, тихо. С чего я тебя буду убивать? Я не знаю. Но на самом деле с нее. Так. Оп. 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 Почти, да посмотри на это хп! Нет! Вы видели это хп, мать! Просто это хп! И он у меня не по диагонали почему-то перекатился, а строго вправо. Хотя я вверх нажимал, вверх и вправо. Твою мать, блин. Это хп, это... Это реально, это просто такое количество хп мизерное. Это нереально. Просто жесть.